Может, конечно, Жожа и в жизни реально очень высокий, но он вообще был очень высокий. Очень высокий был. Ему только 18 будет. Ну, понимаете, да? Ебаная. Какая Наташа красивая, согласны? 10, 5, 10, 5, окей, 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 Ваня пишет, почему, когда Наташа играет с Вадей, так близко к микро сидит? Она представляет, что это мой член. Это было предиктед, но тем не менее. Ну да, да. А Наташа не против, даже не отодвинулась. А только поближе села. Сейчас приду. Сереж! Да, сюда. Да она утыкалась там, Эндыч, она утыкалась. Ребят, извините, что беспокою, но экспресс-предложение в КС-ку прямо сейчас залететь. Два человека надо, все уже на сервере, все готовы. Атмосфера уютная, атмосфера теплая, атмосфера домашняя, атмосфера приятная. Хуи стоят, бордовые, все в венах, блядь. А зачем я иду вниз? Мне камень нужен? Типа, чтобы против ребенка защищаться? Теперь там же ребенок, нахуй мне защищаться от него камнем? Я же взрослый мужчина, мне 25 лет. Блядь, иди нахуй отсюда! Нахуй вообще не боятся. Они нихуя не боятся, брат. Окей, стоп! Получилось! А, он ждет. Да, он фуй ждет, смотри. Бля, убей его еще. Что? Чего это было? Это как? Это как? Я не знаю. Я такого еще не видел, блять. Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь в CSGO, но в инвентаре у тебя один ширпотреб? Так не пойдет. На MyCSGO ты найдешь более 100 разных крутых кейсов, сражения, контракты, карточки, постоянные акции так, и системы. Чуть не успела вас спасти от рекламы, извиняюсь. Эй, йоу, молодые киберспортсмены. Кто-то своими прекрасными пальчиками, Марк, да, вчера случайно нажал на паузу на стиральной машинке, пока она стирала. А, короче, знаешь, почему я это сделал? Сижу у Ани в туалете, сру, а у нее стиральная машинка так громко ебашит, что мне не было слышно ТикТок. Я сижу, сру, пытаюсь посмотреть ТикТок, нихуя не слышу, что там говорят в мемных видосах. Я стиралку на паузу ставлю и забыл включить. И это целые сутки. Вода эта, которая по трубам была, стояла и тухла. Мразь. Там, кстати, мразь. Твои вещи стираются в том числе. Какие да. мои вещи? Ну ты тут какие-то обосранные трусы оставлял, еще что-то, так что им тоже пизда. Марк, я сегодня подошла, я охуела, что просто стиральная машинка вот столько с водой сутки стоит на паузе. Ты еблан, блядь? Все верно, блядь, я еблан. Вы че, сука, блядь, че? Нахуй, ровно нахуй, ты че, блядь, кобыла нахуй, раз. Ты стори, блядь! Он, сука, не садился с 98-го, тут сел, нахуй. Колени заработали, в полете, блядь. Меня увидел сразу, блядь, как рукой сняло. Блядь, выезжаю, нахуй, только сегодня, блядь, акция, пацанва, ёбаная все. 2,5 кивасик, нахуй, и адресочек, блядь. В течение получаса, нахуй, если в моменте района, блядь, находитесь, решим любой вопрос, нахуй. Пиздец, вы сначала? Что происходит? Нам настолько клипы понравились. Сколько блядь, что ли, что бля, ребята, как думаете, рано или поздно наступит тот день, когда Бустер действительно станет лицом, ну, он будет на обложке Vogue, типа у него уже интервью на GQ есть, еще и журнал ведь GQ тоже публикует, Forbes, да, наступит день.
Фрике все. Во Фрике жил он пару. Нет. Ты же есть во Фрике. А, бля, вы знаете, бустер Forbes какого-нибудь будет там, знаете, через 5 лет. Нет во Фриках нигде? Нету. Молодой, успешный. А Моргенштерн был уже в Forbes или нет? Я просто не знаю, как там расценивается. Сука, какого... Что с девушками нашими, блядь, не так? Они дают надежду, блядь, вот этим девственникам всяким, блядь, настрого. И пацаны потом страдают. Да, есть. Зачем? О, прикольно. Наташа, блядь, для чего? Я не понимаю, блядь, ну нахуя вот это? Жожа, блядь, дали там какую-то надежду, блядь, Арина дала. Ну зачем? Пацаны-то страдают, блядь, наши. Потом парни плачут, блядь, в подушку. Правда? Стой, мне не нравится это, давай другой какой-нибудь. Каравай тоже давали надежду. Это я и Даша! Что? Что? Ебать! Не, ну пиздец. Бать, Даша, ты свинюшка. Я? Ну да. А чё, у Каравая с Гаечкой прям коннект настроен? Связь? А то я так не смотрела стримы их Ирл, когда они были в Москве. Прям да? Прямо так? А-а-а. Милота. Прям-прям. Мне нравится атмосфера в игре. Она мне чем-то напоминает Новокузнецк. Даже не только... Не, я не даю надежды. Ёбать! А как, собака его убила и при этом сама умерла? Ебучий случай, блядь. Собака за яйцо нахуй куснула, блядь, и сдохла. Опа, фокусы! Видали? Нихуя! Вот, нет ничего. Поксям! Скип. Ты хочешь, да что там мы будем строиться, блядь? Я хочу в горах строиться. Не, не в горах. Ой, блядь! Тут ламы плюются. Бля, игра гениальная. Не знаю, показать или нет, зайти типа. Камни сконнектились. Магниты. Блять, Рокси. Не понял нахуй. Сука. Ты сегодня не накрашен, да? О. Точно не лагаю? Рокси, сделай ахигао. Рокси. Сука, Рокси, гений. Блять. Сэма. Красавчик. Как тебе тату слава, я не видела. Бля! А чё это такое? Ибо джениус. Гений. Не, смотри, такое короче, существует? У меня... Да что, не дрочабль? Все на Рокси подрочили, да? Убери, убери. Убери, все боятся так телефон теперь спалить. Володя, звони. Перезвоним позже. Занят. Нихуя себе, не бери трубку, пишет. Бля, ты что-то лишнего, походу, пизданул, мне понравилось, ну ладно. Нет, это мой друг, бля, мы с ним общаемся нормально. Сука. Вот у меня такая же подруга была в детстве. Ну, она такая актриса красивая. Либо у меня вообще друзья. Как зверён, зверёк какой-то. Сука. И папа. Ты чё угораешь? Я так и знал, что ты засмеёшься, нельзя. Так, ребята, а у Поки и Крис Вейв тоже, ну, коннект? Вот тики бамбони. Да, прям-прям? Прям-прям? Да? Бля, просто какой-то день 100 Валентина на Твиче уже продолжается как будто несколько месяцев. У всех, кого видишь, вместе коннект. Короче, все, кто вместе стримит, в смысле, а я с Рокси, значит,
ребята, с Рокси в BioWall Connect? Или как это работает, нахуй? Марго всегда любила танец. Да. Алиби бот, блядь. Арз. Ух, блядь. Прям-прям. Ой, блядь, случайно. Такой же хуй. А что было? Всегда любила. Сразу то либи. Сейчас. Алиби бот, блядь. Арз. Ух, блядь. Бля. Ой, блядь, случайно. Типа царские апарты какие-то. Я твой рот дрочил. Случайно. Такой ты хлеб. О, ты что, сын президента, блядь? Да не. Сын султана. Сын министра Казахстана ты или кто? Пищики. Вы на моем канале. Это Глент? Это Глент? Я его никогда не видел. Я тоже. Охуеть, он существует. Реально Глент. У него 5 миллионов подписчиков. Нет, болеть Кобяко. Я без понятия, как эти люди выглядят. Честно. Никогда не смотрела видос их. Но при этом теперь все знают их имена, так скажем. Это же этот парень, который вообще так похудел. Смотрите, какой он в форме. Грик, точно, я вас 100 лет не видела. Посмотри. А как у него на английском ник пишется? Я хочу найти клип, которому год, и вы вообще такую разницу увидите. Грик, Xgad.